Отлично. Объективно, да? Итак, значит, вот не отвечает, да. 3-1 ведем, друзья. 3-1. Если сейчас вкатаем еще одну. Играем на красоту. Погнали. Будем играть 2. Давайте на снова 3. Е4, но в этот раз, наверное, другой вариант пойду, если будет Е5. Окей, Е4, Е5. Давайте итальянку. Конь c6, слон c4. На литейсе я играю. Конь f6. Или в чем вопрос? О, конь g5, погнали. Конь g5, сюда. Жареная печенка! Не зря у нас видос был по ней. Слон проверяем знания Алины здесь. Отлично. Вообще, Алина амбассадор французской защиты. Так. Но здесь она в матче решила отойти от своих привычных расстановок. И действует строго теперь по дубову. Ну, да ладно. Так. Играет Е5. Слон g4, обалдеть. Впервые вижу такой ход, представьте себе. Так, офигеть, что за ход вообще? Да, можно слон Е2, наверное, пойти. Можно F3, по идее. Ну, F3, что она хочет? Слон H5, рокировка слон C5. Отойду, наверное. Там было ее отсутствие. Ладно, давайте F3. Задумался, да? Так, может, ладно. Тут какая-то хитрость дикая есть, но я не в курсе. Сейчас, может, меня накажут. Офигеть. Слон C8. Так, у Алины явно какие-то разработки. За пазухой где-то тут. Не знаю. Ну, проверяем. Странно, если честно. F3, мне кажется, не такой плохой ход. То есть, поле E4 у меня есть. Ну, проверим. Ну, у меня совсем Алина женский гроссмейстер, да. Ну, мужской мастер международный. Сейчас как я, короче, по титулу поехала. Она. Только я не женский гроссмейстер пока. Фигура. Ферзь Е1. Да? Так, ферзь Е1. А да. 6 жду хода и, наверное, конь Е4 тогда отчалю. Ага. Да. Так и было. Конь Е4. На взятие, видимо, надо бить конем. Хотя на любое взятие последует, наверное, F5 ход. Ага, она не бьет, окей. Ну, брать, конечно, никто не будет, но хотелось бы. Просто ну да, есть бесперв. Смысл, кстати, в том, что и делает Алина здесь. Давайте я выменяю и коня на g3 поставлю просто. Где-то прямые. c3 попробую. Она, наверное, f5 пойдет. А, нет, так, f5, c3 как раз, и на e5 висит. Но для начала... То есть ей надо как ладья e8, наверное, играть. И будет c3, слон b6. Ну, или так, да. Ну, давайте так. c3 надо, наверное, играть. Какая-то будет висеть, чтоб да? слон ушел, и я слон c2 пошел, и где-то, может, так, d3. Пешка лишняя. То есть эти позиции всегда тут под небольшим давлением, но лишняя пешка. О, а вот и бабульки подъехали. Так. На ребрендинг название. Да, на ребрендинг. Ой-ой-ой, друзья, спасибо, это очень актуально. Давайте так пока. Так, Е4 не генерит, на d4, c4 ход. c8 пойдем. Давайте ладья c1 тоже защищу, все. d8. Ну, кстати, знаете, вот так вот. Где-то, кстати, f4. Давайте f4 прорву. e4, d-e, а взятие... Ну, как-то... А, блин, d-e... Не, кстати, d-e интересно качество пожертвовать. Я забыл, если честно, что у меня ладья висит, но... Может, это и не так плохо, и e5 потом пойти. На g2 заберу. И, кстати, без качества, но позиция очень даже ничего. По виду очень даже игровая. У меня там поле f5 есть. Так, она не бьет на g2. Вот это я удивился, кстати. Ну, окей. Так, d4 разумный ход. Грозит, да? И мне надо будет закрывать что позицию, то есть, видимо, c4. Конь f5 тоже есть, кстати, ресурс. Конь f5, на ферзя напасть на d6. Да, дадим. Вот Алина против хода конь f5 играет здесь. Ферзь d3 можно пойти. Напал на что-то там. Там нет мата вообще-то, ну ладно. И вот тут уже где-то хочется f5. Нет, я, конечно, люблю маты пропускать. f5, конь f5, конь f5, gf, ферзь f5. Блин, выглядит аппетитно. Так, если бы мне платили каждый раз, когда я зеваю мат. Ну пока ладно, сюда пойду. d4, c4. Перекрываем. И где-то хочу f5 пойти. Конь c6. Так. А, ну там без угроз. Чем я пошла d4? Кстати, конь c6 смысл есть в этом ходе, чтобы не было f5, потому что на e5 висит. Ну, конь c6 пойду тогда конь e4, да? И буду использовать поля f6 и d6 для своего коня. Давайте вернем. О, кстати, конь e4 еще заманчивее стало теперь. Друзья? Там вилочка такая классная. f5, конь f5, конь f5, gf, ладья f5 тоже выглядит хорошо. Кстати, это вот... Тут прям глаза разбегаются, друзья. Не знаю, как же сейчас играть, и так сильно очень. Слон d1. По виду. Ну, давайте f5, ладно. Так и быть. Тут еще ладья f4, просто есть идея. Ну, а что делать? Офигеть. f6, конь g6, да, пока имеется? h3. Сейчас эти пешки-то где-то должны сказать свое веское слово. Конь g6, e6. Ой, хорошо. Еф, хочу пойти. Так, друзья, ну, судя по всему, тут как-то ладьи не очень помогают черным, а вот мои слоны стреляют. Будь здоров. А, неприятно. Аказия вышла. Да? О, а вот и бабульки подъехали. Так, атакуем. На лазанью с креветками. Лазанью с креветками.
Ну, тут, наверное, Е7 достаточно будет. А. Взяли. И, наверное, сюда. Ну да, ферзь H7. Градим матами, да. Победа. Так, так, ну, блядь, 4-1. Что, ну что ж, вот оно, пока время для поры пришло. Одну партию. Это уже неплохо, кстати. Пора работать. Так, сейчас будем стараться. Давайте я посмотрю, что у нас там по донатикам. Друзья, спасибо. Эта партия хорошая, мне понравилась. Так, в таком атакующем стиле. Лазанью на ребрендинг. Потихонечку-потихонечку жестко задавили. Жертву качества, да. Сработало, это точно, мэн. Красава. Призовой фонд, друзья, 75 тысяч рублей. Я буду очень стараться. От правда. Central Park Tower, нашего спонсора, отвечаю. Топчика. Так, я очень надеюсь, что Матвей сам... Так что работаем. Ну, вперед движемся. Вызов, в смысле, 2-3 уже будем играть. Все, да, ребят, погнали. Это... Следующая партия 2-3, короче, в пользу, в смысле, Валинину. Так, сейчас будем играть 2-3. Валинину я черным играю. Быть, поехали, счет 4-1, быть. Друзья, вперед. Так, погнали. Работаем, и работаем. Привет, да, друзья. А, что думаешь о том, как Дубов тянул время с Сережкой? Я не помню, о чем речь. Да, Матвей, ты же мне добавил.